Председатель Нацбанка доложил сегодня президенту о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики. Тимур Сулейменов также сообщил о реализации проектов по развитию национальной платежной системы и принципов открытого банкинга, а также созданию антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.